Всем привет, друзья! Сегодня на канале «Играем в куклы с Ирочкой Инфо» выходит видео DIY. Мы с Ульяной вам покажем два способа украсить комнату на Хэллоуин. Это очень легкие два способа, да? И очень красивые. Вам понравится. Ну что, начнем? Для первого способа нам понадобится черный маркер. Чупа-чупсики! Мы взяли три чупа-чупсика. Ножницы, маленькие резиночки и белые салфетки. Ну, в общем, и все. Начнем. Мы берем нашу салфетку и смотрим, где надо разрезать. Открываем. Мы будем разрезать вот здесь и вот тут. Сейчас я разрежу и покажу, что у меня получилось. Вот у нас получились 4 вот таких вот листочка, салфетки. Вот, раз, два, и еще два, 3, 4. Берем первую салфетку. Да, Уляш? Берем первую салфеточку. Сейчас я расскажу все и как. И ставим ее просто вот так вот, обычно. Берем вторую. И ставим ее... Вот так. Смотрите, как у нас красиво получилось. И третье, это уже немного потяжелее. И сейчас я вам покажу. Вот. Вот что у нас должно получиться. Вот такая вот звездочка у нас должна получиться. У нас осталась еще одна салфеточка, которую мы сгинаем два раза. И у нас получается квадратик. Ребята, какие способы вы знаете? Пишите мне в комментариях, поделитесь со мной. Я знаю два способа, да? Мы с Ульяной их обожаем, они очень легкие. И вот, у нас получилась вот такая вот звездочка. И мы поставили внутрь наш квадратик. Теперь мы берем чупа-чупс и ставим его вовнутрь наших салфеточек. И теперь... Это наш чупа-чупс должен спрятаться в салфетках, чтобы получилось привидение. Вот таким образом должно получиться. И теперь, чтобы чупа-чупс держался, салфетка не раскрывалась, мы завяжем это все резиночкой. Наш чупа-чупс кока-кольный, и мы будем использовать голубую резиночку. Да? Вот. Главное, чтобы не порвались резиночки, да? А теперь мы немного делаем пышнее юбочку нашего привидения. Должно получиться вот так. Но какое же привидение без лица? Сейчас мы нарисуем лицо. Как я говорила, лицо будет рисовать Ульяша. Ульяша будет держать наше привидение. Ульяшка, будешь держать привидение? Берем наш фломастер. У нас фломастер не стирается, чтобы... Вот. Рисую глазки. И ротик. Вот так. Ой, ротик. Он получился таким большим. Вот, что у нас получилось. Юбку надо подправить. Вот так. У нас получилось вот такое вот смешное привидение. Страшно, Ульяша? Нет, не страшно. Ну хорошо, держи первое привидение. Сейчас мы сделаем еще два.
классно, я сделала 3 привидения. Посмотрите. Какие они страшные. Смотри, Ульяс. Классно. Держи привидения. Я покажу ребятам, как можно украсить еще комнату на Хэллоуин. Нам понадобится шарик и фломастер. Мы еще с Ульяшей сделали вот такой вот шарик. И получилась вот такая вот тыква. Оранжевого цвета с личиком. А сейчас я сделаю фиолетовый шарик. Ты как думаешь, получится классно? Фиолетовая тыква. Ну, это же праздник, да? Должно все быть красиво и ярко. Вот, мы закончили рисовать нашу тыкву. Да, получилась фиолетовая тыква. Но тоже очень красиво. Пишите в комментариях, вам нравится наша тыква? Ну вот и все. Это были 2 способа. Очень легкие, как можно украсить вашу комнату на Хэллоуин. Тыква. И наши привидения. Они такие красивые. Такие веселые привидения. И как раз 3. Для Амелины, для Ульяны и для Сережи. У-ху! Вот такие вот классные привидения. А вам понравилось? Пишите в комментариях. И не забудьте написать еще какие-то идеи, чтобы мы смогли с Ульяшей украсить еще лучше нашу комнату на Хэллоуин. Пишите в комментариях, устраиваете ли вы в школе вечеринку. Мы устраиваем. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Играем в куклы Сирочка Инфо. Пока-пока!